Привет, уважаемые любители вкусненького! Приглашаю вас на чай с булочками. Булочки-спиральки с сахаром готовятся очень быстро и очень вкусные. Начинаем! Приобрела себе помощницу для кухни для замешивания теста. Всыпаем в чашу муку 600 грамм. Добавляем чайную ложку соли и 100 грамм сахара. 11 грамм дрожжей сухих. Пачку. Теперь все это перемешиваем. Вот она, моя помощница, так крутит. Все это на сухую перемешали. Теперь добавляем жидкость. 2 яйца, 100 грамм масла сливочного и 250 грамм воды. Так, теперь еще немножко перемешаем. Добавляем еще муки. Общее количество муки по этому рецепту 650 грамм. Все это очень хорошо надо перемешать в течение 10 минут. Так, тесто у нас 40-50 минут примерно поднимается. И вот оно уже поднялось. Видите, как высоко. И вот оно такое вот красивое, пышное тесто. Я хочу добавить еще муки. Остаток муки добавляю сюда. И еще перемешиваю. Но теперь уже недолго. Примерно 2-3 минуты. Освобождаю тесто от насадки. Все это по сторонам все подгребаю. Все тесто. И вот теперь оно у меня должно подняться в течение часа. Накрываю пленочкой. Тесто подошло. Видите, как высоко поднялось. Вот идеальное тесто для булочек. Так, на стол присыпаю муки и выкладываю тесто. Теперь можно руками. Оно даже не липнет к рукам. Оно идеально. 650 грамм муки получается 1,2 кг теста. Тесто делю на две части, чтобы удобно было раскатать. Раскатываю в пласт. Смазываю маслом. Посыпаю сахаром. И все это скручиваю в рулетик. И вот он такой вот рулетик получился. Нарезаю на такие вот части, примерно с куриное яйцо. Получаются вот такие вот розочки или спиральки можно назвать. Их можно внизу защипать, то тогда оно получится в виде розочки. Если не защипывать вот так вот, оно получается в виде спиральки. Ставлю на подъем булочки и затем в духовку. Горячую духовку, 180 градусов примерно, минут 10-15, как зарумянится, сами смотрите. И вот они получаются вот такие вот спиральки красивые. Очень вкусные, пышные, они еще горячие. Тесто прям воздушное. Готовьте с удовольствием. Приятного чаепития. В этом году азалия зацвела в конце ноября. Обычно она под весну зацветает. Такая вот красивая. На улице темно уже. Вечер. Привет.